ехал в метро, и, да, ехал Ваня на окне, мыла баба на войне, что такое, да. В общем, мне нужно было проехать на метро, и, в общем, путь через метро лежал дважды. В общем, когда ехал туда, вот, обсматривали на этом, ну, на входящей станции, площадь 05 года. Там за рентгеновской установкой сидел мужчина, а ему кофе, хоть ухом не привел. У меня в рюкзаке был фотоаппарат. И был такой, так сказать, кусочек. Маленький сломанный перочинный ножик, таскаю с собой, как отвертку. У него отломано лезвие, у него отломано все, что вот этим ножиком, ну, вот только зарезаться, и то постараться надо, чтобы с ним повредить живой организм. Ну, там все отломано, но выглядит как ножик, и как отверткой можно пользоваться и ковыряться в ногтях. Вот для этого он у меня в рюкзаке таскался, и то случайно. Вот. А на заднем пути, на обратном, там на этой рентгеновской штуке сидела какая-то, ну как сказать, или тетка, не да бабка. Вот это, значит, вот чуть-чуть пару лет добавить, и это будет уже такая конкретная такая бабка. Да? И вот она, пардон за выражение, она доснашалась. Сначала говорит: ой, а что это у вас в рюкзаке аккумуляторов много? У меня там футики повербанк. Ну, конечно, у меня аккумуляторов, ну, а вы что, фотограф? Нет, блядь, я гинеколог, да, вот что по мне не... Да, я фотограф, а что тебе завидно? Ты тут на рентгеном, а я фотограф. А потом, а что у вас там ножик перочинный? На башку эту табуретку надену. Ножики, видите ли, не нравится. Я говорю: а какой щекой вы правый? Вам что за дело? Говорю, ну, короче, конкретно, вот кто ее за язык тянул? Вот в прямом направлении, нормально проехал. Вот. Ой, а сейчас тут вас милиция, бо-бо-бо-бо-бо. Короче, пофиг, забыл. Ну, в смысле, а я краем глаза вижу, там уже эти добрые молодцы в форме так вышагивают. И я рюкзачок так на спину. И с таким пофигистичным взглядом смотрю сквозь них. Слава тебе, Господи, ребята из полиции в форме адекватные. Им на меня было пофигу совершеннейше. Вот только у одной бабки этой свербит в одном месте. Но они же видят по лицу, что я типа что, на бандита что ли похож, да, вот как. Нет, они бы, им бы надо было, они меня подбили. А нет, ментам на меня, слава тебе, Господи, пофиг. А вот у бабки у этой, у нее свербит в одном месте. Поэтому... Чувак, а то у тебя женщина, вот, хрена лысого, я больше поеду на метро. Эй, метро, вы в моем лице потеряли клиента, вы теперь заработаете. Они сейчас пойдут вскроются сейчас. Все, метро, оно покончит метро, жизнь самоубийца. Я объявляю метро персональные санкции, я на нем больше ездить не буду, все. Все, я как служитель метро оскорблена в моем лице, метро просто повесится пойдет. Да, это мои санкции персональные к метро, я больше метро.